Жаркая погода и бескомпромиссная борьба на каждом участке поля. 12-летняя София Мусатова увлекается футболом уже несколько лет. В городских соревнованиях «Лето с футбольным мячом» девочка вместе с командой заняла заслуженное первое место. Это очень интересно. Когда ты играешь, ты чувствуешь, себе надо забить. Очень нравится. Папа поддерживал, поддерживала команда, кричали. Тренер поддерживал хорошо. Турнир «Лето с футбольным мячом» уже давно визитная карточка Самарской области. Соревнования среди школьников проходят в регионе в 13-й раз. В городском финале приняли участие 26 команд, победители районных этапов. Состязания прошли по двум возрастным категориям – среди мальчиков и девочек. Молодых футболистов подбадривали не только тренеры и родственники, но и городские власти. Самое интересное то, что кроме кожаного мяча, потом наступает у детей такой перерыв в летнее время. И вот этот еще один турнир, который появился в календаре спортивных событий, он, безусловно, дает возможность для тех, кто еще, для тех, кто как-то себя проявить, выиграть какой-то титул в городских соревнованиях. Участников турнира отметили памятными призами и эксклюзивными футболками с символикой проекта, за время реализации которого порядка 400 тысяч мальчишек и девчонок приняли активное участие в соревнованиях. Мария Илчан, Григорий Плешаков. События.